Приветствую вас. Я думаю, что худшее, что вы можете сейчас сделать, это начать тянуть одеяло каждый в свою сторону. Я думаю, что у молодого человека, да, у него есть проблемы, он переживает и, вероятно, считает, что ваша проблема не такая серьезная, как его. Ну, нельзя его за это винить. Вот, потому что по-разному люди воспринимают разные проблемы, и то, что то, как мужчина воспринимает проблемы свои, да, и как мужчина воспринимает проблемы ваши, ну, это его восприятие, его право, каким бы оно ни было. Вот. Ну, к сожалению. А? Вот. Поэтому я думаю, что вам, ну, желательно бы определиться, как-то вот вы согласны, например, с человеком относительно его трактовки вашей проблемы или нет. Если не согласны, то, ну, возможно, вы друг другу, ну, не сказать, что подходит, возможно, сейчас же повторюсь, да, что это только возможно, что это, ну, не обязательно это так. Вот. А что делать? Спрашиваете вы, да, что именно делать? Я думаю, что ответить на этот вопрос можете только вы сами, исходя из своих чувств к молодому человеку своему. Да, то есть вот, ну, в зависимости от того, что именно вы считаете важным, да, в зависимости от того, какие чувства вы испытываете к мужчине. Вот, можно уже будет о чем-то говорить. То есть, если вы человека, например, любите, если вы к человеку относитесь как-никак, все-таки, ну, позитивно, да, вот, то в таком случае, наверное, имеет смысл постараться там, к примеру, переждать этот непростой период, да, непростое время. Вот. А если вы считаете, что молодой человек там переходит все границы в своих действиях, если вы считаете, что молодой человек не прав, вот, вас опять же, ну, никто не будет обвинить, да, никто не будет обвинять, если вы уйдете. Ну, там, другой вопрос, решит ли это вашу проблему, да, то есть вот другой вопрос, поможет ли это решить вашу проблему, вот, ну, на мой взгляд, конечно, нет, на мой взгляд, эту проблему ваш не решит, вот, ну, это вы сами, я думаю, как-то вот, определиться, да, вы сами определяете, что вам делать. То есть вы сами определяете,
как вам в этой ситуации поступать, к примеру. Вот. И как бы это очень такой вот, ну, очень важный момент на самом деле. Для вас очень важный момент, чтобы вы разобрались в нем, да, чтобы вы для себя определили. Потому что, ну, молодой человек, он действительно может переживать определенную травму, да, молодой человек действительно может страдать. И для него в некоторой степени было бы, наверное, весьма болезненно, если бы вы там сейчас, к примеру, от него ушли. Вот. С другой стороны, ну, как бы, вас тоже можно понять, что вам, ну, неприятна эта ситуация, неприятно то, как он себя ведет. Вот. С вами. И терпеть это, ну, вы совершенно не обязаны. Это понятно, особенно если вас это задевало. Вот. Мне кажется, что проблема здесь, она заключается именно в том, что вы просто не совсем отдаете себе отчет в том, что чувствуете своему мужчине, да, вот, что вы к нему чувствуете, что вы к нему ощущаете, вот, и что вы от него хотите. И самое, ну, одно из главных — это, может ли человек вам, ну, может ли человек вам, условно говоря, дать то, что вы хотите. Может ли человек вам дать то, в чем вы нуждаетесь. Вот. Потому что, на мой взгляд, вот, на данный момент он этого сделать не может. Вот. Но я повторюсь, что и вы тоже ну, вы тоже не должны терпеть, да, вы тоже не должны, как бы, себя пересиливать, вот, потому что, ну, если вы себя будете пересиливать, да, то понятно, что ничего хорошего из этого, в принципе, не получится, да, ничего хорошего из этого, в принципе, не будет, если вы будете себя стараться, ну, как-то вот перебарывать. Вот. Другой вопрос, что лично я не очень понимаю, что значит ваша проблема медицинская, которую вы описываете. Что она означает, что вы больше не сможете иметь детей, что это значит? С этим можно поработать, если вас это, ну, травмировало. С этим можно поработать. Вот. В этом можно вам помочь. Вот, потому что это вам, ну, действительно, это травма, вот, для вас, возможно, что вы больше, например, не сможете иметь детей, если вы не сможете иметь детей, вот, и, вероятно, просто не все проблемы можно пережить чисто вот
ну, чисто поддержкой друг друга. То есть иногда иногда требуется что-то больше. Иногда нужно все же именно вот ну, именно специалист нужен, к сожалению, да. Потому что некоторые проблемы можно решить только со специалистом. Нельзя решить это поддержкой. И вот вы, вероятно, столкнулись именно с этим. Ну вот, вы столкнулись именно с таким проявлением проблем. Вот. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего аморального, плохого, зазорного. Вот. Это жизнь. И если молодой человек был привязан к своей маме достаточно сильно, да, то понятно, что ему сейчас плохо. И понятно, что он может совершать вот какие-то действия, да, которые, чтобы специально там, вас как-то задеть, унизить и прочее. Зачем он это делает? Ну, это уже не так важно, как то, что он, ну, как то, что он реально это делает. Понимаете, какая штука. Поэтому такой вот момент. Я не думаю, что вам сейчас нужно стараться его поддерживать. Я не думаю, что вам сейчас нужно стараться ему значит, ну, там, что-то для него делать. Вот, я думаю, что сейчас идеальным вариантом для вас было бы просто оставить его в покое, не трогать его, вот, согласиться на все, что он предлагает, да, то есть согласиться на там, расставание, если он этого хочет согласиться на что угодно, да, либо просто вот сейчас, ну, его не раздражает, вот, потому что может быть только хуже, возможно, что человек себя, ну, наказывает за что-то, просто. Такой момент, ну, нельзя исключать, вот, что он себя наказывает за что-то. Люди очень часто так делают, когда вот теряют близких. Вот. Люди могут так делать, к сожалению. Вот. Хотя проблема это, ну, проблема это не решает никак от слова совсем, да, но тем не менее люди так делают. Вот. Поэтому ваша задача не принимать, ну, не принимать на свой счет то, что говорит мужчина. Вот, не ждать от него того, что он решит ваше. Проблемы он их не решит, не потому что не хочет, а потому что не может этого сделать. Вот, ну, может быть и не хочет тоже, но я думаю, что, скорее всего, просто не может, а не хочет. Вот. И свои проблемы стараться решить самостоятельно. То есть, если вам тяжело, то стараться вот свои трудности
решать именно ну, свои за свой счет, а не за счет молодого человека. Вот. Да. Хотелось бы, чтобы ну, чтобы мужчина вам помог. Да, хотелось бы, чтобы человек был рядом. Да, все это хотелось бы, безусловно, хотелось бы. Безусловно, хотелось бы. Но если такая ситуация сложилась, что мужчина не может, да, если такая ситуация сложилась, что мужчина не хочет, если такая ситуация сложилась, то человек ведет себя достаточно негативно, вызывающе, вот, то и трогать его, соответственно, ну, наверное, лучше не стоит. Да, потому что, извините, ну, ничего хорошего. Ничего хорошего не будет. Как бы. Вот. На мой взгляд, это очевидно. Вот. Я понимаю, что вам это, может быть, все неприятно. Вам это все, ну, вам это все может быть очень тяжело, как бы, воспринимать, но реальность, она вот, ну, вероятно такова. Вот. Именно сейчас, вот, это так будет, так будет, ну, так будет не всегда. Вот. Я более чем уверен, что так будет не всегда. Что, ну, что молодой человек обязательно придет к чему-то. Вот. Вот. И тогда ситуация имеет все шансы на, ну, корректирование, ну, на исправление. Вот. А вот в целом, такой ответ я могу вам дать. Вот. Хотелось бы, чтобы у вас все нормализовалось, хотелось бы, чтобы у вас все было хорошо. Я верю в то, что это вполне возможно. Я верю в то, что вы сможете это сделать. Я верю в то, что вы сможете сохранить свои отношения. Вот. Самое главное сейчас их не обострять. Вот. А ваша проблема? Ваша проблема вот нуждается в корректировании, нуждается в помощи. Вот, то есть, ну, вы, условно говоря, вы нуждаетесь в помощи, вот, потому что самостоятельно, как бы, это все пережить тяжело, вот, и не всегда близкие люди могут помочь. Вот. Что касается детей, то детей вы, ну, если вы хотите быть родителем, если вы чувствуете, что, ну, готовы становиться родителем, то
можете быть уверены в том, что все у вас получится и необходимые ресурсы и возможности для этого будут найдены. Вот, можете даже в этом не сомневаться. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.